Продолжается рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках проекта ⁇ Комфортная городская среда ⁇ В поселке Ильском проголосовать можно за одну из двух предложенных территорий. Первая находится в районе при рыночной площади по улице Первомайской. Вторая территория, за которую можно отдать свой голос, также находится по улице Первомайской, рядом с детской поликлиникой. Большинством голосов жители решат, где именно появится новый сквер. Проголосовать можно до 30 мая. Времени осталось совсем немного. Территория, набравшая большинство голосов, будет благоустроена в следующем году. Проголосовать можно по ссылке 23 .городсреда ру. Требуется регистрация на портале госуслуги.